Союз отрывается от земли. Что это за зрелище, не передать словами. Даже отсюда, с расстояния 900 метров от ракеты, а ближе нельзя подходить по соображениям безопасности, вырывается пламя. Сложно себе представить, он набирает фантастическую скорость и скоро разовьет ее до 7,5 километров в секунду. Два часа томительного ожидания. Наконец сообщение. Ракета вывела Меридиан на расчетную орбиту. На высоте 40 тысяч километров над землей он встраивается в группировку из 6 спутников. Вместе это уникальная система, что удержит сигнал в любой точке планеты, даже в Арктике. Меридиан — спутник двойного назначения. Его используют для связи в отдаленных регионах, например, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в военных целях, на крейсерах, подводных лодках, на северных островах, где до недавнего времени не работали телефоны. Освоение Арктики, строительство новых военных баз без Меридиана не обойдется. Мы должны построить целую систему связи для обеспечения нашего правительства, руководства Министерства обороны непрерывной связью, независимой от иностранных государств. Сначала запустить «Меридиан» планировали еще в конце прошлого года. Из-за неустойчивости в работе бортовых средств старт пришлось отложить. Еще раз все проверить. Ведь отсюда никогда не падал ни один спутник. У самого северного космодрома страны самый лучший имидж. Игорь Балдин, Александр Столяров, Антон Малышев, телеканал «Звезда», Плесецк.